Я нахожусь в городе Балаклея и хочу сделать очень важное обращение для жителей всех недавно деоккупированных территорий. Сейчас очень много таких мест, особенно в Харьковской области. Вот мы видим дом, куда был прилет. Там вдалеке можно рассмотреть хвостовик ракеты, которая, кроме разрушений, принесла еще одну страшную беду. Это дистанционное минирование. Вот сейчас вы видите придомовую территорию, газоны. И сюда нельзя наступать. Это смертельно опасно. И вот почему показываю. Вот, пожалуйста. Так сразу и не заметишь. А приближаешься и видишь, вот такая коварная штука. Это дистанционная мина. Если я прикоснусь пальцем, она сдетонирует, мне оторвет кисть. Размер, смотрите, ну в масштабах, я не буду опускать низко руку, приблизительно как пол моей ладони. Они бывают разных цветов, бывают вот такие хаки, бывают как трава ярко-зеленые, бывают темные для разных времен года. Поэтому, пожалуйста, предупредите особенно детей. Передайте своим друзьям, соседям в недавно деоккупированных городах, селах, во всех территориях, где недавно были россияне, которых сейчас прогнали. Очень важно не наступать на траву, на газоны, потому что очень коварно заминировано и минируется на площадь сотни квадратных метров во время прилета ракеты. Будьте осторожны, пожалуйста, берегите себя и учтите, что вот такая маленькая мина — это то, что может минимум покалечить. Два. Ой. Вот так. Вот так это происходит. Это саперы разминировали.